Ребята, кто кем одевается на Хэллоуин? Я хочу быть Балди. А я тогда кем буду? Ребята, я запуталась. А кто теперь из вас настоящий? А я буду Гренни. А я тогда кем буду? Гренни, ну, будь скелетом. Вон она. Вон она идет. Бабуля! Она в баню пошла. Пошла в сауну, быстро. Закрывай дверь. Закрываем. Купайся. А паучок придет к ней? Чё? Паучок придет к ней, смотрите. А, он идет к ней. Есть. Они играются, смотрите. Как это было? А что, действительно? Она так смеется, серьезно? Привет, друзья! Вы на нашем канале Поверичка Геймс! Ребята, ну что, готовы новый мод Гренни увидеть? Да. Это вышел мод Хэллоуин! Мне играть? Папа, ну что, справишься? Вау, круто! Что интересно, это? Какая Гренни будет? Валерий почему-то очень понравился этот мод. А сейчас мы на нее посмотрим. Я кинул Если честно, еще даже не видела, как она выглядит. Валерий, бабуля! Подождите, а что она не надета? Она сзади абсолютно, ну какая интересная она спереди. Давайте сейчас проверим. Это что? Но самое прикольное, это комнаты. Смотрите, какие они яркие. Вау! Глазики везде и тыковки. Тыквы везде. Паучки. Они уже полностью, это уже в Хэллоуине. Валерий, какая тебе комната больше всего нравится? Мне вот эта. Какая? Из них? С человечками? Да. А, смотрите, ты за мишкой? А, мишка обычный. Аккумулятор. Аккумулятор в виде Хэллоуина. Так, сегодня будем, как уезжать на машине. А я вначале думала, что это книжка. Я тоже подумала, что это книжка, на самом деле. Ну, книжка там никогда не лежала, книжка всегда лежала в шкафу. Это аккумулятор. Тогда, ребят, давайте посмотрим, справится ли папа с сегодняшним модом. Да. Ух ты. Папа, через что ты будешь через машину буду убегать, ребята, как обычно. По машине будешь, да? Да. А, кстати, мы сегодня кстати, вам покажем. Кстати, у нас папа очень любит сбегать через машину. А паука посмотрим, папа? Давай посмотрим, мне так интересно. Посмотрим, конечно, паука. Да. Выглядит в этом моде. Это же эти монстры на каникулах. Ребята, мы, кстати, давно, знаете, что не делали? Мы закрывали бабулю в сауне. Давайте сегодня это сделаем, вспомним, как это круто. А мы в прошлой серии, кстати, об этом как раз разговаривали. Я тебя просила посмотреть. Вот в этой серии мы это сделаем. Мы посмотрим, какая машина у бабули. Бабуля! Круто! А мне нравится этот Дракула. Это Дракула на стене, Валерий? Нет. А кто это? Не знаю. Но мне похоже на Дракулу. А это какой-то с мультика, наверное. Это может Дракуленок какой-нибудь. Я вам говорю, мне кажется... Это не Дракуленок это. А монстр на каникулах, разве нет? Да не похож. Ну это вампир. Так, сейчас она придет, и мы посмотрим ее спереди, ребята. Вон она. Нет. Слушайте, у нее очень классный костюм, крутяцкий. Мне нравится. Гренни классно подготовилась, молодец. Гренни, Хэллоуин, о, скелетики. Она же сейчас Кощей Бессмертный, честно, мама, ребята, это правда. Скелетик. Да это Кощей Бессмертный, помните наши сказки русские народные? Это же скелет, это Кощей Бессмертный. Это тыква. Он же тоже был так одет, но вообще копия наших скелетов. Сейчас мы посмотрим, что у нас в тыкве, ребята. Как а смотрите, какой двор прикольный. Везде разные такие. Вау. На самом деле, мне этот мод понравился. Свеча для автомобиля. Круто. Вау. Гренни, отпусти. Беги, папа, быстрее. Бежим, папа. Какая-то строчуна там стояла и не шла никуда. А что на машине? Ну, на самом деле, очень красивый мод. Правда, сделали машина. Даже двор, сделали машину прикольно. Вся в скелетиках, все такое яркое, красочное, привидение, праздничное, смотрите. И везде такое привидение. Я их две! Вау. Стоп, подожди, как две? Одну заглюкала. Подождите, как две Гренни? Ребята, одну заглючила. Заколдованная Гренни. Первый раз такое вижу. А может быть, это кто-то оделся в Гренни, тоже пришел к ней в гости. А может, это пришла ее сестра? А может, это Слендерина? Ну, на самом деле, было как... Кто-то нас разыгрывает, ребята, в этом моде. Согласитесь, прикольно, две Гренни, правда? Обалденно. А как же Слендерина выглядит? Вообще интересно. Так, ребят, давайте посмотрим, что нам еще надо из... Я ты, бабуля. Из ключей, папа, что нам надо взять? Бабуля. Нам нужно крышку двигателя, мы надели, нам сейчас нужно открыть эти головки цилиндров, открутить. Так, давайте тогда сейчас отправимся искать. А питомца мы посмотрим? А синий ключ нам нужно взять. А мы питомца посмотрим. Смотри, она уже капканов наставила. О, да. Картину родила. А, смотри, она идет вверху. Ну, что ты в звонок звонишь? Чтобы она подошла сюда. Ну, ты бегай. Мы убегать могли, конечно. А книжку ты нашел? Я не видела еще книгу ни разу. Так, куда идти? Ребята, бежим. А что в этом колодце, кстати? Не знаю.
А вот это что такое? Бензин. Так, вау. Бензин. Ура, бензин. В колодце наверняка шестеренка, она нам не нужна. Мы сбегаем на машине. Давайте не будем тратить время, хорошо, чтобы нас не поймали. А, давай потому посмотрим. Потому что так как молоток был на полочке... Нет, в колодце ждем, шестеренка нам нужна. В колодце шестеренка. Тогда мы сможем только открыть гараж. Да, смотрите. О, там был, кстати, капкан. Она капкан закрывает дверь. Не попадитесь сюда. Уронила. Это что, молоток там свистит? Блестит. Так, аккуратненько давай сюда и включаем. Заливаем бензин. Давай, бензин заливаем, ребята. Подписывайтесь на канал, будем рады нажимать на колокольчик, да, чтобы ребят, первым присоединяйтесь. Видеть нас в новой серии. Да. Итак, мы сегодня... Налился. Отлично. Бензин залили в машину. Так. И отправляем. Ребята, кстати, иди, хотел вам сказать, я вам сегодня покажу супер крутые, самые лучшие приколы Грени. Мы сегодня с вами посмотрим. Очень будет интересно. Досмотрите до конца, не проматывайте. Нет, там просто на эти фишечки лучше посмотреть целые, потому что это папа целиком нашел просто действительно. Обалденное. Такие лайфхаки в Грени. Тихо. Она стоит, ребята, она не идет. Потому что это глюканутая Грени. Она застряла, все понятно. Слушайте, это опять вот этот момент. У меня дежавю. Оно повторяется. Оно действительно приходит, замирает. И появляется вторая Грени. Это вообще какой-то... Причем она на одном и том же месяце. И ты в капкан влез. Давайте... Я нес мяско питомцу. По-моему, ты его не донес. Это же мяско пропало как-то. Ребята, вам не кажется, что оно какое-то неважно выглядит? Это ребята? Что, мяско? Я да. его... Я даже не узнала, ребята, что это паук. Как сейчас... будет питомец выглядеть? Он обычный. Он такой же обычный. Вот он ключ от выхода. Ну, неинтересный. Могли по питомцу шапочку одеть какую-нибудь там, я не знаю. Ну, или шарфик. Разукрасить. Разукрасить его могли, ну, да, как-нибудь. Да. Но, наверное, это сложно. Вот она идет, бабуля. Привет, скелетик. Бабуля. Ой, пока. Давай сюда пока. Скорее. Мы на первый этаж. Валерий, давай, давай сюда, запрыгивай. Папа, давай. Опять капкан. Ну, на том же месте она ставит. Ну, папа, взята. Ну почему? Ты все время забываешь, в этом месте всегда капкан стоит. Да. Давай аккуратненько. Грени его, Грени хитренько так, всегда ключ надо взять, туда ребята. Ставит. Давайте сюда берем спускаемся. Берем ключ, сейчас уже будем скоро уезжать. Ура! А, еще один прикол сделаем, ребята, чуть не забыл, сейчас покажу вам. Давай, куда мы пойдем? Это в сейчас машине? Сейчас мы бабулю посадим купаться, она немножко выпачкалась. Давайте сейчас, мы же давно хотели попариться. В сауну попарить. Давно мы этого не делали. Потому что нам надо всем покупаться, вы купаетесь часто, я купаюсь бабуля каждый день. Бабуля какая-то вымазанная вся в Хэллоуине на лице, надо ее покупать. Сейчас мы Представляете, этот карась превращается в Белоснежку, такой, знаешь, я покупал. Грени, иди сюда скорее. Сейчас мы туда зашпульнем что-нибудь, она туда зайдет. Ну кинь туда что-нибудь. Ну ключ нам уже не давай, нужен. Давай, забрасывай. Так, садимся давай в машину, чтобы она нас за нами не побежала, типа мы спрятались. Давайте сюда. Вон она. Вон она идет. Бабуля. Она в баню пошла. Пошла в сауну, быстро. Закрывай дверь. Закрываем. Купайся. Так, и что? Оу, сейчас смотрите. Ей тепленько будет, бабуля. Да, пока. Ну вот, все. Теперь пока она там сидит, ее ненадолго. Все, бежим. На одну минуту, по-моему. Да. Видели, там бабуля стояла вторая. Слушайте, мама. А может, их действительно две стало? А представляете, в этом... Да, вторая, это не книжка. Там это... была вторая Грени. Кто видел, ребята, посмотрите. Да, вон она! Так вот, это та же, которая тогда стояла. Нет! Как она... это? Да. Вон она! Вон она! Ребята, парит. Это прикол вообще этого мода. А может, их реально стало две? Да а нет, мы... мама. А что, это просто глюк тихай, игры? Тихай, это та же, наверное, была, мама. Вообще, это глюк игры, ребята. Все, ребята, дети! Мне кажется, это очень прикольно. Вау! А представляете, вы приходите, а в игре две Грени. Ребята, мы бампер отбили и богатые. Давай, да ломаем машину, Грени, чекаем. Все, вот она стоит. Ура! Ребята, как я вам обещал, внимательно смотрите новые приколы. Слушайте, у нее такие прикольные ребрышки. Так. Грени играет с питомцем. Смотрите, какой прикол. А что она будет делать? А сейчас мы закинем... сейчас мы заманим Грени в эту комнату. Сейчас я вам все покажу. Так, где она? Грени, иди сюда. Он меня уронил манекен, сейчас она прибежит. Все, быстренько забегаем. Куда, наверх? Да, и мы сейчас Грени положим в мисочку питомца кушать. Ага, так а что? Ну что, а что она будет делать? Сейчас она будет кушать. А паучок придет к ней? Чё? Паучок придет к ней, смотрите. Он идет к ней! Есть! Они играются, смотрите, нет, как прикольно! Какой ужас! По-моему, он ее щекочет там вообще. Ну не знаю. Грени очень любит своего питомца. Ребята, давайте посмотрим дальше. Да не знаю, что какое-то... Они тут это играются. Грени путается. А есть это место, помните, мы его находили?
И что она делает? Игра не путается. И она путается, не знаю, туда ей в дверь идти или к окну идти. Видите? А, вот. В смысле, ты ее запутал? Да, я делаю шаг влево, шаг вправо, и она не знает, куда идти. А, рассмешили Гренни. Супер прикол, ребята. Она, правда, ну, не смеялась, но мы сейчас посмотрим, покажем, как это было. А же действительно, она так смеется, серьезно? Ой, это балка игры, ребят, точно вам говорю. Ля вообще катается по полу. Ее брейк-данс танцует, мне кажется. Классно, Лёня ее колбасит. Поймали паука. Кстати, ребята, вы знали, что паука можно убить? Ну, конечно, вот этим можно поймать его. И он будет... А, это он просто прыгает еще? Да, он вокруг меня бегает. Бам, все. Ай, ну как-то, по-моему, это закрыли. А, и самое прикольное, сейчас мы закроем бабулю в капоте. Это зачем? Видели когда-нибудь такое? А, если ее положить спать? Да. Ну... Вот капот. Капотом. Бау! Блин, ну это... Весело! Гляньте, она веселится! Чего вы, ребята? Какой кошмар. Круто! Мы ее капотом прибили, по-моему. Ребята, кому понравилась эта серия, пишите лайки, ставьте комментарии. Ну, папа, конечно, нашел... Нажимайте на колокольчик, чтобы первым увидеть наши новые серии. Ну, не знаю, папа, конечно, такой. Ставьте лайки. Надеюсь, вам понравилось. Мне понравился мод Хэллоуин, если честно. А вам понравился? Да. Очень крутой. Встречаемся в следующей серии. Всем пока-пока.